Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала ASMR Russia. Всем привет. Сегодня Настенька приготовила нам вкусный ужин. Надеюсь. Это рубленые куриные котлетки. Первый раз, кстати, готовила, вот решила попробовать с куриного филе приготовить. Первую партию я пожарила на сковородке. Это первая партия? Да, вот она более такая подрумяненная, загорелая. Но так как у меня все брызгало, вот это, знаете, я вообще не люблю жареную вот эту продукцию, всю люблю готовить больше в духовке. Поэтому следующую партию, последующую до конца, пока фарш не закончился, я все готовила, в общем, в духовке. Запекала. Да. Спагетти у нас из гречневой муки. В общем, у нас почти здоровый ужин. Я устал, вообще сил нету. Понеслась. Так, подождите, я еще, знаете, что я еще приготовил себе? Я приготовил себе кетчуп, я потому что обожаю. Давай мне тоже ливани. Куда тебе ливануть? А вот сюда. Угу. Я себе ливану. Алёша на качельке лежит рядышком. Он голос подал. Он типа, друзья, я с вами. Знаешь, а чувствуется привкус гречки вот этого? Ну, спагетти, конечно, не прям совсем уж из гречневой муки. Да, там пшеничная и гречневая. Процентовку на пачке не указали, поэтому я предполагаю, что пшеничным больше. Котлетки вкусные. Также из рубленого мяса можно готовить также из рыбы, рыбные котлеты. Ты слышала, как у нас Лёша гукнул сейчас? Угу. Такой надо в следующий раз попробовать рыбный также сделать. Да, обязательно. Как раз попробовать наш коврик силиконовый, который пришел с сайта. Офигенный. Он выдерживает температуру до 230 градусов. Ты типа сейчас рекламу делаешь, что ли? Я что-то немножечко не понял. Нет, просто классный коврик. На нем можно также раскатывать тесто, знаете, такое матное. Многофункциональное. Ну, что хочу сказать, все получилось. Блин, салфетки опять забыли. Рубленые котлетки получились неплохие. Друзья, ставьте лайки. Что-то у меня опять язык заплетается. В общем, ставьте лайки. Переходите по ссылке на наш второй канал Step Family. Ссылка внизу в описании под видео. Да. У нас там семейные мукбанги на природе. О, Лёша что-то хочет от нас. Это ненадолго. А, Настя Лав, вопрос для Насти. Почему ты никогда не приглашаешь в гости маму Дениса на мукбанги? Я бы сказал, мама Дениса сама не хочет сниматься, она стесняется. Ну, у нас и мама не часто к нам приходит, так изредка, когда там какой-то повод, допустим. Угу. Мы сейчас будем руками тереться опять, салфетки собой. Вот. Ну, мы, кстати, планируем. Да. В субботу вот. Надеюсь, все получится у нас. Так что ожидайте, я думаю, что все получится у нас в ближайшее время. На Step Family. Вообще мы купили большую палатку. Вот ее уже съездили на выходных, опробовали. Обалденная. Офигенная. Офигенно обалденная. Такая большая, знаете, просторная. Как раз для большой семьи. В общем, на природу, наверное, будем выезжать тоже с бабушками. Пытаться, по крайней мере. Еще и со скидкой урвали. Вообще четко. Да. Вот даже Лёшка подтверждает, что четко. Паш, у тебя что? Ой, Паш. Лёша, у тебя что, нервишки сдают уже? Анастасия Завалишина. Добрый день. Что вы будете делать, если Даша начнет пить курить 15 и курить 15-16 лет. Получать по жопе она будет ремнем причем. Ну, вообще, я думаю, что нужно заранее с ребенком разговаривать и вести беседы на эти темы. И знаешь, такие специальные фильмы. Я, конечно, их не видела, но знаю, что они существуют. Фильмы, которые как раз рассказывают подробно о всех вот этих вот нюансах, о вреде курения, о вреде вот этого алкоголя, да,
организм. Ну да. Более доступных, на доступном языке, как раз для детей. А что это неизбежно, я думаю. Ну, я думаю, что нужно заранее как бы с ним. Ой-ой-ой. На мукбанг просится, давай. Ну, давай. Ну что, Лёша с нами. Только мы, конечно, не уверены. Насколько его хватит? Да, насколько его хватит, потому что что-то у него сегодня плохое настроение под вечер. Я отдалилась от еды еще дальше. Не, так-то все валилось. Сейчас подавно будет все падать. Давай, читай там. На чем мы остановились? Какой-то вопрос там, я помню, после. Даже уже не помню, на чем. А по поводу пить и курить, да? Да. Опять же, я рассказала уже, да, что нужно заранее, да, это все с ребенком обсуждать, разговаривать и просвещать его. Ты, к чему это может привести, да? Ой, наши улицы к чему угодно могут привести. Все последствия. А ты что скажешь? Что ты будешь делать? Ремень. Ремень? 15 лет? Не знаю. Сейчас ты ремень не берешь, а в 15 подавно. Я думаю, что... Ладно, Дженнифер Джефф, привет. Приветик, у вас Дженнифер. У вас были когда-то крупные ссоры, мысли о разводе? И пережили ли вы кризис отношений? Как поддерживаете любовь в отношениях? Ага, такой вопрос интересный. Ну, ссоры-то, конечно, у нас есть. Я думаю, что в начале были. В наших отношениях мы ссорились гораздо, чаще. Наверное, чаще все-таки. Ну, так сказать, притирались друг к другу. Да. Но прям такого, чтобы до развода, я что-то такого даже не помню, не было такого. И полотенцами дрались. Сейчас ссоры. Всяко было. Намного меньше. В начале отношений. Ну да. А Денис тоже не уступает. Я долбану, он долбанет. Ой, да? А что было? Скажи ты, что это такое. Сейчас, конечно, сейчас рассказываешь мне. Долбанет, сейчас еще начнут фантазировать. Сейчас, конечно, рукоприкладства нет никакого. А раньше было? Ну, полотенцами, помнишь, мы там махались. Было дело. Ерунда. Да-да-да. Сейчас, говорю, рассказываешь, я говорю, сейчас подумаешь, что я тебя прям избивала. Ну, не избивал, нафигачил полотенцем. 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 Я же тебе тоже давала им. Ой, да ладно. Ладно. Давала. Давала, да, давала. Да, ладно, да, ладно. Ну, в общем, у нас притерлось все. Мы стали жить весьма дружно. Если ссоримся, то ненадолго. Практически сразу миримся. Да и ссор так крупных у нас уже практически-то и нету. Ну так побухтим, особенно я, да? И, да, в принципе, в основном. И забудется. Бухтёж, он оттуда идет, да. С той стороны. Недовольная бабка-бухтёлка. Это я, конечно же. Так как мы поддерживаем любовь? Как поддерживаем? Страстью. Не знаю, как поддерживаем. Поддерживаем, да поддерживаем. Как получается, так и поддерживаем. Двумя руками поддерживаем, вот так вот. Ой, того. Пардоньте. Короче, притерлись и теперь поддерживаем. Таким макаром. Так, ладно, следующий вопрос. Как вы, Свет Кузьмина, привет, Настя, Денис, как вы отмечаете какие-либо праздники? Праздники в основном отмечаю в семейном кругу, простенько, не шикуем. А какие праздники у нас? Вот день рождения до Нового года, в принципе, вот и все праздники у нас, по крайней мере. Все праздники. А, ну 8 марта, да. Но... В кругу семьи. В кругу семьи, конечно, да. А как иначе? Что такое? Что-то мы там потеряли. В общем, шика никакого. Все скромненько.
Скромно и без вкуса. Геймпати. Привет из Архангельска. Можно вопрос. Собираетесь ли вы покупать новую машину? Очень хочется, но непонятно. Денис очень хочет в идеале Альфард. Nissan Альфард или Toyota Альфард? Toyota. Ну, в идеале, были бы у тебя деньги, ты бы взял Альфард, были правильно? Бы у меня деньги, конечно, да. Вот, это ключевое слово. Потом... На втором месте Делика. Да, Mitsubishi. Я бы ее взял. Ну, а но по опять нашим... же, опять же, это практически в идеале, были бы у меня деньги. Да. Ну, а по нашим деньгам мы планируем взять, конечно, подешевле. Совершенно другую историю. Вот так вам скажу. Да, совершенно другую историю. Не хотелось бы, но придется найти. Ну, не то, как планировал, еще непонятно, как дальше выйдет. Непонятно. Может быть, и не будем ничего покупать. Неизвестно. В идеале Альфард. Мне очень нравится машина. Да, она только и будет мне она нравиться. Очень дорога. Она останется в наших, в моих, вернее. В моих мечтах. А где у него это, соса? Да, вот она. Он что-то его выплёвывает. Что, разонравилось? А что-то там увидел, смотрит куда-то. Что-то он перевозбудился, что ли? Заёрзал. Каляки-шмяки. Ку-ку, каляки-шмяки. Ты мукбангер? Да. О! Уже большой мукбангер. Уже сколько? 5500 мы взвешивали? Ну, 5600, по-моему, даже уже. Это у нас так это набирает не сила. У нас и детки набирали очень хорошо. Мы первый раз его брали на коленки, ложили подушку, и он прям тонул в этой подушке. Сейчас он вообще в эту подушку не вмещается. Гулит, агукает, агу повторяет. Представляете, в месяц, полтора месяца, агу, агу. Даша любит болтать. Гулит, улыбается. Ну, Даша, я смотрю, хорошо болтает. Прям вот он на Дашу, в общем, реагирует прям. На контакт идет хорошо, прям. С улыбкой вперед. Там, мне кажется, у нас такой ранний он. Такой ранний, уже месяц уже такой весь такой. Нет, я просто думаю, что он решил побыстрее своих сестричек и братишек догнать. Ну да, подражает же этим детям более старшим. Есть он же видит, что брать? Они бегают, играют, болтают там. Кричат, орут, дерутся. Да, дерутся. И он хочет, наверное, влиться поскорее в этот процесс. Поэтому он решил работать над собой упорно. На Дашу сильно похож. Валентина Пташник спрашивает, какой цвет глаз у Дениса? Интересует цвет твоих глаз. Ну, что ты видишь, мне кажется, какие-то ближе к голубым. Ну, они у меня хамелеоны. Они у меня вечером голубые, днём. Они у меня... Действительно, серо-голубые, иногда они у меня серые, иногда они у меня голубые. Вот такое бывает. Ну, у Паши твои глаза. Твой цвет. У Паши голубые. Да. А, Линнессер. А Настя не хочет покрасить волосы в черный. Думаю, черный ей пойдет. Нет, не планируем. Хочешь Эммой стать? Или Эммой, да? Или как кто там? Гот, Эмма, я не знаю. Кто? Да, нет, скажи, Лёша. Говорит, нет, не надо маме черный. А может, он сказал наоборот? Интересно маму увидеть в черном. Так задумался. Думаю, что там у мамы свисает? Изо рта такое. Так смотрит на мой рот. А что это она там ест? Интересно. Надо будет вырасту, попробую. Мне самое интересное, Павел, что это ем. Яна Шейнихович. Здравствуйте, я вас очень люблю смотреть. Яна. Кстати, живу недалеко от вас, в Николаевске на море. Приезжайте. Ну да. Здравствуйте, Яна. Действительно, ты недалеко от нас живешь. Вопросы. Были ли вы за границей? Если были, то где? И где хотели бы побывать? Были мы в Китае. Были только в Китае за границей. Больше нигде не были. В Суньфэньхэ. Ты что это, ешь давай? Давай напополам. Давай. Нет, жареные, согласись, вкуснее, да, вот эти жареные? Что-то я особо разницы не почувствовал, не вообще, кстати. Жареные всегда вкуснее. По-моему, в этом случае все равно. Ну, а вообще ничего, да? Можно же готовить? Да. Оригинально. Только тебе их, знаешь, как-то надо делать попышнее, побольше там налепливать. А, чтобы они потолще были? Да, потолще. Мне кажется, так будет поинтереснее. Ну, так уж на Верочку прожарить. А ты прям какими-то оладушками их сделала? Тоненькими. Да, оладушки получились. Ладушки, ладушки. Получились оладушки. Блинчики. Да ладно.
Не, а так по вкусу вообще, кстати, нормально вкусу. А по... мне жареные больше понравились. Побывать хотели бы... Где хотели бы? Везде. Везде. Твои игры, мы притерлись, просто притерлись уже с Настенькой. У нас... Мы уже угадываем мысли друг друга. Что тут говорить-то? Прям мысли. Вот куда пригласят, туда и поедем. Желательно не за наш счет еще. Идеально было. Какой-то в мультике там фантазии. Что-то где-то я вот припоминаю, да, была такая песенка? Да, это, по-моему, три кота. Во-во-во. Три кота, три хвоста. О, там, кстати, тоже Коржик, Карамелька и Компот, да? Как раз два мальчика и девочка. Про нашу семью, да? Где нас Паша любит этот мультик смотреть. Даша уже выросла из этого возраста. Ну, Даша тоже смотрит. За компанию с Пашей. Она любит уже другое. На самом деле, это же ведь интересно бывать в разных странах. Видеть новые места. Там, да? Мы же как-то обсуждали, кто классно. Куда хочет поехать. Я вот... Я везде хочу побывать. Вот если на выбор, да, я бы поехал, конечно, в Египет. Там и море есть, и пирамиды посмотреть хотелось бы. Мне кажется, там жарко очень. Ну, а ты что думал? Конечно, жарко. А ты бы куда поехала? Как я могу сказать, куда бы я хотела поехать, если нигде не была, не знаю, как оно. Ну, ты же хочешь что-нибудь? Как оно вообще? Например, то в Европу бы поехала? Да, поехала бы. А куда бы ты хотела? В Африку бы не поехала. В Испанию, там, бы. Франция, Португалия, может быть, Италия или Германия, я не знаю, что бы ты выбрала? Наверное, Бали, как это красиво звучит. Вообще, Бали — это не Европа, кстати. Нет, вообще, нет, ну, если ты из Европы поспрашиваешь, ладно. Наверное, Италия. Интересно там. Ну, там, где море, обязательно. О, мы там бы спагетти бы поели настоящие. Вот где море, вот там же есть в Италии море, правильно? Конечно. Ну, вот значит, в Италию поеду. Во Франции есть море, в Португалии хотела есть море. Хотела бы пиццу море. Попробовать итальянскую, настоящую. Ну, да, есть в этом какой-то там смысл. Было бы как классно в Италии снять мукбанг с настоящей итальянской пиццей. Согласись, классно. А во Франции какой бы мы сняли мукбанг с тобой, интересно? С лягушками? Или там блюда, я с улитками? Я не знаю, какие во Франции там... Фирменные их блюда. В Голландии сыр бы ели. Голландский. Да. Кстати, особенно Даша. Мы, кстати, любим голландский сыр. Да, особенно Даша. Да. Как раз пробовали бы все вкусы. Да. Угу. Да. Хочется, конечно, везде побывать. Скажи, а там папа, что ли, тебя но... увидел? Надо быть реалистами, конечно. Везде мы не побываем. Да, вообще, думаю, мы мало где побываем. Что-то уж говорить. Сейчас пойдем, Лёша. Возможно, куда-нибудь и съездим когда-нибудь. Давай, двигай себе поближе. Ты можешь себе добавочки? Не хочу. Мы да продолжим наше видео. Этого вполне. Это что, налопалось? Да, наделась. У нас еще надо ботинки поставить. Там мошка, по-моему, летает у нас опять. Обязательно. Зафигачила сюда в комнату. Да? Это нас покусают, так покусают. Мы не вот, говорили, кстати, вчера мы ездили на природу. Ну. Приехали в 12 дня, приехали на природу, а уехали полдевятого дома и только были вечером. Да ближе к 9 уже были. С тремя детьми, с маленьким Лёшенькой, вот какие, с палаткой новой. Кстати, сняли видео на втором канале, не знаю, как там оно выйдет, короче говоря. Да, у нас еще до этого поездки были, мы до сих пор не можем их. Ну, вот это самая долгая поездка у нас была за все время наших поездок на природу. Конечно, мы с Дашей, с Пашей на такие вылазки не устраивали. Такие долгие. Долгие и в таком возрасте. Вот, когда... Но мы же ездили в этот, на Халдами, мы там даже сначала оставались. Ну, вот. Сколько там было Паши-то? Ну, маленький был. Ну, не такой, как Лёша же, месяц. И мы тут колесим с палатками. Ай. Тут на весь день. Казино вопси, вы меня я тут справился. Затаскали. Зато как спит хорошо на свежем воздухе там. Прекрасно. Что есть, то есть. Спал весь день, ближе к вечеру проснулся только. И потом в машине опять заснул. Не истерил что-то особо там. Что-то просыпался, кряхтел и засыпал обычно. И хорошенький, ладно. Растет. Ну что, парень. Дорогие друзья, было очень вкусно, по-домашнему, сытненько так, ничегошеньки. Вкусненько, спасибо. Ставьте лайки,
Да спасибочки, моя Ольга. Сладенькая моя. Ну друзья, что? Друзья, ставьте лайки, ставьте дизлайки, переходите по ссылкам. В общем, всем до скорой встречи. Пока-пока, скоро увидимся.